Любители комиксов, фантастики, видеоигр и не только собрались накануне в Якутске на ежегодном Гикфесте. Масштабное мероприятие провели в столице республики в четвертый раз. И в этом году участников и гостей фестиваля, количество которых ежегодно увеличивается, в своих стенах принял спорткомплекс «Дахсун». Окунулась в мир фантастики и наша съемочная группа. Турниры по киберспортивным дисциплинам, конкурсы короткометражек, настольные игры и многое другое. Все это Якутский Гикфест. В этом году он собрал под своей крышей порядка 4000 человек. Это не только любители фантастики, но и люди, порой далекие от нее. И все как один заявляют, на фестиваль приходят ради незабываемой атмосферы и людей. Сюда стекаются всякие интересные люди, общение, аккумуляция вот этой вот творческой энергии. Это самое классное. Много косплея, много красивых людей. Ну просто атмосфера. Интересно так все смотреть, разглядывать. Но вместе с этим ежегодно гости фестиваля приходят посмотреть на косплей других участников, а кто-то и сам принимает участие в конкурсе костюмов. Это герои кино и мультвселенных, персонажи комиксов, видеоигр, книг, сериалов. Поступила такая информация на планету Кибертрон, что на планету Землю прибыли десептиконы, атаковали землян. И вот, собственно, я здесь. Со своей задачей герой вселенной трансформеров справился. Злые роботы никого не потревожили. Правда, в конкурсе костюмов победу Optimus Prime не одержал. Костюм фабричного производства. А конкурс проводят среди профессиональных косплееров, кто несколько месяцев своими руками изготавливал облачение. Среди них персонаж вселенной Warcraft. Я прихожу третий раз. Первый раз я приходила в 2014 в костюме Crystal Maiden из Доты. Потом в 2015 просто так приходила без костюма. И вот сейчас. Но свое творчество, как правило, нужно хорошо представлять. Для этого на фестивале проходит дефиле участников профессионального конкурса. И задача не только сделать хороший костюм, но и вжиться в образ своего персонажа. Орда, Альянс, что они для меня сделали? Я сражаюсь только за себя. Однако хладнокровия профессионального разбойника, вероятно, не хватило Валире, чтобы одержать победу. Главный приз достался Фаре из популярной видеоигры Overwatch. На фестиваль она пришла впервые и, если быть откровенными, на победу даже не рассчитывала. Об этом она сама сказала за пару часов до конкурса. Я не знаю, тут очень много хороших косплеев, гораздо лучше, чем мой. На голову выше и вообще, мне кажется, что я, ну, хоть что-то, надеюсь, выиграю. В любом случае, у всех участников фестиваль оставил только положительный. Эмоции, а уже через год пятый юбилейный Гикфест вновь соберет гостей. И организаторы уже начинают готовить для них сюрпризы. Как минимум, нас ожидает фейерверк и праздничный торт. Павел Танин, Максим Ростовцев, НВК Саха, Якутск.